скамейки или даже просто места, чтобы присесть в самом разном исполнении. Помимо прочего, нет урн. Это придомовая территория единственной сельской девятиэтажки. Село Сукко, микрорайон на пересечении улиц Киблерова и Желанной. Он сформировался к началу 90-х. Местные жители через территориальное общественное самоуправление надеются привести общедомовую собственность к единому архитектурному знаменателю. Программа по благоустройству дворов пришлась как нельзя кстати. Здесь готовят к запуску новую котельную. Теплотрассы прошли там, где были детские площадки. Со стороны подъездов нужно решить проблему застоя воды и уложить новый асфальт. Само место очень хорошее. Утром, когда выходишь в 5-6 утра, вы не представляете, это рай. Тут птицы поют на перегонки, тишина, спокойствие. Жить здесь здорово. Надо как-то благоустроить. Там нам обещали, вот в конце сезона обещали зеленые насаждения, чтобы мы здесь посадили. Но совпало с началом строительства стройки, и мы этот вопрос отложили пока. Чтобы уже закончилась стройка, и тогда уже по результатам будем сажать деревья там, где есть возможность. Чтобы принять участие в программе «Комфортная городская среда», жители провели собрание. Деньги выделят из федерального, краевого и муниципального бюджетов. Во втором доме по улице Трудящихся в Анапе в собрании приняли участие почти 80% собственников. Для города приличный кворум. Эта стена в буквальном смысле опирается на деревья. Здесь считают, что ее обрушение – вопрос времени. Когда-то это был военный городок. Сегодня наружное ограждение фактически ничье. Как и столб освещения, на котором давно нет плафона. На придомовой территории, помимо скамеек и урн, нужно добавить бордюры, проложить дорожки. То место, где мы живем, оно должно быть комфортным. Поэтому мы сейчас указали те места, которые нас, ну, честно говоря, немножко это не удовлетворяет. Мы считаем, что этим нужно край заниматься и сделать это. Это наша задача. Проблемы здесь копились десятилетиями, а целевую программу жители дома считают неплохой возможностью их решить. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.